В Витебске после реконструкции открылось отделение почты. Ожидается, что его клиентами станут 11 тысяч жителей, около 300 организаций и предприятий. Оказание услуг здесь вышло на современный уровень. Работает 4 операционных окна, электронная очередь. Дожидаться своего приема у оператора можно на уютных сиденьях. Кроме этого, многие платежи теперь можно осуществлять самостоятельно, а главное, без комиссии в специальном терминале. Почтовое отделение в Витебске размещено в историческом центре до 1964 года, поэтому адресу на улице Советской размещался главпочтамт. При реконструкции, к слову, сохранили декор тех времен. Мне нравится, что мы отходим от стандартных подходов, что почтовое отделение, это вот условно говоря, дверь, оператор, который находится здесь. Мы хотим, чтобы те, кто приходит сюда за нашей услугой, как-то душевно погружался тоже в эту атмосферу, ну, уюта, что ли, такого вот домашнего подхода, и даже получая эту услугу в режиме ожидания, мог приятно провести время. Усовершенствование отделений почтовой связи продолжится и в следующем году, причем не только в областных городах и райцентрах. Своеобразный ребрендинг затронет и отделение, расположенное в сельской местности. И к этому часу это все новости. Полную картину дня представят мои коллеги в вечернем выпуске в 19:30. Далее спортивное обозрение. Всего доброго.